пожаловать в развлекательное шоу «За стеклом». Теперь онлайн-трансляция доступна по всему миру. Будет бодро. И красиво. Поражение – это развлечение. Любовь – это развлечение. Война – это развлечение. И смерть – это тоже развлечение. В нашем шоу вы увидите актеров, блогеров, моделей, спортсменов, которые будут стараться развлечь вас. Проведем эксперимент. Испытаете ли вы хоть что-то, кроме развлечения? Ставьте дизлайк. Ведь когда на кону оказывается жизнь, даже звезда может превратиться в животное. Примитивное и эгоистичное. И развязка может быть самой неожиданной. Нет! Нет. Это что реально? Это? Незабываемо.